Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с инсультом. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему самая распространенная причина смерти. В зоне риска находятся не только люди пожилого возраста, но и те, кому меньше 40 лет. В рамках акции в медицинских учреждениях Чебоксар прошли дни открытых дверей и занятия в школах здоровья. А в торговых центрах работал сосудистый патруль. Улыбнуться, заговорить, поднять обе руки. Три этих простых движений не даются человеку, у которого случился инсульт. Коварство этого заболевания в том, что на его симптомы зачастую не обращают внимания. И это приводит к губительным последствиям. Диагноз инсульт каждый год ставит 4000 жителей Чувашии. Люди за 50, допустим, больше привержены, подвергаются риску. И сопутствующие патологии, люди, у которых повышенное давление, которые не контролируют. Контролируют дома давление, не следят за уровнем холестерина. Такие люди, у них больше риска инсульта. Ну, если в семье, допустим, у кого-то уже родители были, у них тоже повышенный риск предрасположенности. На консультациях в больницах врачи-специалисты рассказали о профилактике и лечении этого недуга. Провели скрининг исследования. В школах здоровья прошли тематические занятия. В 7 торговых центрах Чебоксар дежурил сосудистый патруль. Любой желающий смог измерить артериальное давление, рост и вес, а также узнать, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу. Врач посоветовал поменять образ жизни. Поменьше есть жирного, да, чтобы побольше клетчатки. Есть овощей, фруктов. Здоровье дороже. Поменяем образ жизни свой. Все эти правила просты и не требуют больших усилий, но позволяют нам чувствовать себя увереннее. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.